ему не приходилось долго спрашивать, а кто это, что это. То есть, конечно, потом я ему все равно о себе немножко рассказал, но, по крайней мере, сразу, знаешь, он мог уже себе визуализировать примерно какую-то работу или две, с которой, допустим, у него были ассоциации. То есть это всегда полезно. Вот. И, ну, лично в моем случае тоже у меня некоторые из даже персональных работ, они начинались как работы для конкурса, которые, в принципе, не заканчивал ко времени все-таки. То есть там немножко...